Последний на сегодня сюжет для любителей жимолости. Вот такой урожай она дала впервые за 6-7 лет. Смотрите, интересное название. Сластена. Синяя поросята. Вот. Приехали ко мне три дамы из Новосибирска. Одна из них даже сварскнила. И они так как раз провели у меня 3 дня. Не потому, что так уж меня влюбились. Потому что у них сломался джип. Вот. А какой у нас сервис? Вот 3 дня прожили мы с ними вчетвером. Вот. И они привезли мне, набрали санкцию, привезли в подарок. Сказали, это от профессора Кудрявцева. Фамилию я запомнил. Вот, и сказали, что это самые сладкие. Ну, это, они оказались кисло-сладкие. И я хочу сказать, что я ничего против не имею, что они кисло-сладкие. Дело в том, что я столкнулся с необычной вещью. Вот, дело в том, что сейчас я найду, где они крайние, 2 первые. А, вот это вот, да? Вот, однажды мне привезли знакомые вот эту вот одну рясную ветку большую, отрезанную, да? На ней, на этом небольшом участке висело штук 100 вот таких плодов. Как я помню, длиннее еще в 2 раза. И она была абсолютно сладкая. Меня это убило и шокировало. Дело в том, что вот сейчас сунул в рот. Да, кушать можно, особенно витаминоз. Первая ягода, которая созревает. Вот, повторяю, сегодня 18, она уже 10 ели. И что случилось? Случилось следующее. Чисто сладчайшие плоды меня так покорили, что эту ветку взял, порезал, укоренил, на один из кусков укоренил. 2 пошло. И превратились вот в эти кусты. Смотрите. Вот. И действительно рясные. Только вот не с первого года, вот они вот так выглядят. Ну, тут таких, знаете, ну, как бы сказать, ну, очень даже прилично, очень-очень-очень. Так. И плоды-то я ожидал сладчайшие, я получил кисло-сладкие, ем и морщусь. А те сладчайшие, как могло случиться, что укорененных веток изменились этот вкус плодов? Я не знаю. Я не понимаю, что случилось, что это. А они, да, потом прочитал, что у жимолости перекрестное опыление. То есть ей нужен опылитель. Прочитал, забыл, вспомнил. А эти-то 2 были с одной ветки. Первая заплодоносили, сахалинская жимолость. Испортить вкус некому. Тут в окрестностях-то, ну, где-то вот у соседа, так это... Тут 100 метров дикая кислятина, растет огромный куст. И он там, за тем забором, это еще тоже 70 метров у другого соседа. Все, портить вкус некому было, а вкус испортился. Укорененная, клон, вкус испортился. Для многих едят ее, не едят, жрут. Посмотрите, какая рясная, да? Они ее просто жрут. Вот, и тем не менее... Даже сластена, то есть, годом позже уже сластена, синяя поросята, еще один безымянный сорт заплодоносили. Кушать можно, кисловатость все-таки. Причину не нашел и размножать больше не стал. Нет, 1 год я уже начал размножать, еще не пробуя вкус. Я не сомневался, сладко. Я, наверное, продал за тот год 50 кустов укорененных. А когда дождался плодоношения, я сказал себе, Железов, прекрати халтурить. Если у тебя они неприятным путем испортили вкус, значит, размножать и продавать ты не имеешь права. Кто мне объяснит? А? Ну вот, наверное, некому. А вдруг какая-то реакция будет на этот фильм, посмотрим. Ну вот, наверное, на сегодня и все. У меня тут много чего интересного. Но я жду плодоношения. Вот тогда и гораздо мои слова будут весомее.